Известный российский шоумен Дмитрий Шепелев решил изменить свою жизнь. В феврале 2020 года он сообщил о своем уходе с Первого канала и стал ведущим семейного шоу «Ты как я» на телеканале ТНТ, а также перестал скрывать свои отношения с дизайнером Екатериной Тулуповой, у избранницы знаменитости есть дочь Лада от предыдущих отношений. Дети Шепелева и Тулуповой прекрасно ладят и не один раз отдыхали вместе. Не так давно телеведущий сообщил, что они присматривают другую квартиру. Также Шепелев опубликовал новый снимок с возлюбленной на своей странице в социальной сети Instagram. На фотографии телеведущий обнимает избранницу. «Спасибо за твою смелость, спасибо за красоту, спасибо за смех», отметил он под публикацией. Ни для кого не является секретом, что телеведущий тяжело переживал смерть своей гражданской супруги, певицы Жанны Фриск. Артистка узнала о том, что у нее неоперабельная опухоль головного мозга, когда была беременна Платоном. Жанна Фриск прошла многочисленные и длительные курсы лечения. В 2015 году ей становилось хуже, и в июле того же года певица, к большому сожалению, скончалась.